региональные и муниципальные программы, различные информационные порталы и консультации. Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Есть меры поддержки, связанные с кредитными, кредитной и гарантийной поддержкой. Это получение каких-то займов, кредитов и гарантийная поддержка, связанная с получением каких-то госконтрактов. Это все из областного бюджета. Это фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Московской области. В этом году 61 совских предпринимателей победили в областных конкурсах и получат поддержку. Также из собственного бюджета округ запланировал помощь малому и среднему бизнесу в размере 20 миллионов рублей. Это самый высокий показатель среди муниципалитетов Московской области, отметил Андрей Иванов. Что такое для нас проактивная позиция, когда мы сами прозваниваем бизнес и предлагаем различные сферы, различные гранты, конкурсы, инструменты, которые могут реально помочь для развития того или иного дела. Или для сохранения, если какие-то кризисные ситуации происходят в стране и в обществе. Предприниматели округа стали активными участниками областных конкурсов на получение субсидий и софинансирования. Всего в этом году было подано 273 заявки. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».